Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем нашем видео мы хотели бы рассказать о 5 самых легендарных модах по нашему мнению. 5 место в нашем топе занимает вейп, о котором мечтали все парильщики из бородатого 2014 года – Inokin SVD. Мод был способен работать от аккумуляторов типа размеров 18650 и 18350. Обладал регулировкой мощности от 3 до фантастических 15 Вт, в него был встроен омметр, была индикация зарядки и отсечка в 25 секунд. По мнению экспертов из 2014 года, именно 25-секундную затяжку мог сделать настоящий вейпер на своем сигаретнике. 4 место занимает легендарный мод для новичков iJust от компании Leaf. Моды славились своей простотой, бешеной функциональностью, отличной вкусопередачей, большим количеством различных испарителей и всегда радовали приемлемой ценой. Также мод отличался своим качеством исполнения. Единственной слегка неудачной моделью был 2-й iJust, так как встречались версии с не очень надежной кнопкой. 3-й мод в этом списке знают все парильщики из 2015 года. А речь пойдет о знаменитом устройстве от компании Joytech под названием Avic VTC Mini. Этот небольшой кирпичик моментально покорил сердца всех вейперов планеты. Он отличался от конкурентов своим размером, крепким и невероятно прочным корпусом, а также потрясающей производительностью и большим функционалом. BuxMod с легкостью поднимал собомные намотки до 0,1 Ома, а максимальная мощность достигала 60 Вт. Но некоторые умельцы ставили прошивки и увеличивали максимальную мощность до 75 Вт. Серебряной медалью нашего топа мы смело награждаем один из самых необычных и мощных модов – Vismec RX200. Необычный дизайн и небольшие габариты содержали в себе неистовую мощь в 200 Вт и бешеную производительность. Вейп работал от 3 аккумуляторов 18650. Спустя некоторое время после выхода устройства начали появляться прошивки, которые увеличивали мощность устройства до 250 Вт. Ну и 1-е место мы с гордостью вручаем Драгу. Мод с самого начала все окрестили дешевой версией ДНА. Благодаря официальной программе вы можете настроить не только температурный контроль, но можете взаимодействовать с меню, поменять все надписи и шрифты и делать практически все, что вы хотите. Спасибо за просмотр, с вами был Сигаретник Бай и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео и подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки есть под видео в описании.